Так. Тварь еще живая, и она, похоже, мутировала до второй стадии. Ух ты, нифига себе! Сколько здесь? А, их всего двое, да? Ай-яй-яй. Так, ну что, попробовать с ними сразиться? Может, что дадут? Где у нас пистолет? Ай! Давай, давай, давай! Так, один пошатнулся. Чтоб вас! Быстрее, быстрее, перезаряжай. Да чтоб тебя. А, второй все-таки задевает нас. Никак не получается оббежать его. Так что с одним надо поскорее разобраться. Ай-яй-яй. Но мне подсказывает, нам придется все-таки одну аптечку истратить. Так, один готов. Давай быстрее перезаряжай, пока он там. А, ну в принципе второй готов. И? Отлично. Ну, в принципе, если бы были кислотные, я был бы еще больше рад. И разрывные потянут. Так, здесь у нас ничего. Залезай на поезд, быстрее! Пять минут до взрыва. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Повторяю, всему персоналу немедленно эвакуироваться. Так, нас назвали... Мистером или Винсентом, что-то я не понял. О, патрончики для ружья, отлично. Панелька, наверное, скорее всего, к ней сначала надо. Ой-о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 й. У нас тут опасно. И чё у нас? Смесь трав только одна, да, получается? Пипец. Спецназовцы тут по... Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ребята, ребята, ребята!
Стой, куда мне? Я вас не понимаю, ребят. Ай-яй-яй. Разряжайся быстрее, быстрее. Я что-то не могу понять, а куда мне надо? Вот поезд. Да, музычка такая, как будто конец игры уже. Так. Я не могу вернуться. Блин. А у нас вообще с жизнями очень туго. Очень туго. Придется брать последнюю аптечку. Последняя же она у нас. Ну да. Что, ребята, давайте. Залезай в вертолет. Он все еще жив, все еще жив. О боже. Он живой. И мутированный. У нас нету аптечек. Ну что? Магнум, друзья, магнум. И где у нас патроны от магнума? А, нету, что ли? 5 патронов последние. Ну пипец. Держи. Держи. Ух ты! Он еще и прыгает. Все, патронов нету. Ну давайте тогда использовать гранатомет. Выбираем. Красные. И погнали. Промазали. Ух ты! Ай-яй-яй! Зато он попадает. Получи. Ай-яй-яй! Интересно, урон-то мы ему наносим или нет? Вроде шатается там.
сколько же ему надо всадить таких снарядов, чтобы ему стало плохо. Так, что у нас там по патрончикам? Последний патрон, да? Так, давайте тогда выбираем такие кислотные. Что делать? Или разрывные? Давайте кислотные. Их всего 6. Посмотрим, как мои любимые справятся. Воу-воу-воу-воу. Ай-яй-яй-яй. Yes. Так, он снова мутировал, друзья. Что у нас там? Третья стадия, да, у него? И два патрона. О, как он высоко стал прыгать. Ну что, тактика, интересно, та же самая, не изменилась. Ой, я промазал. И что у нас осталось? У нас осталось разрывные. Ну, давайте. Попробуем разрывными. Ой, 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 как ты близко. Ой. Отлично. Ну-ка, давай-ка. 6. Ну пока нам везет. Я не знаю, попадаю ли я по нему. Но что-то у меня такое ощущение, что добивать мы будем его либо с ружья, либо с пистолета. Это как бы не есть хорошо. Ой, как ты близко-то. Ай! Ты что творишь? Жесть, короче, друзья, жесть. Почему-то он не дохнет и все. Ух ты! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да чтоб тебя! Отпусти ты меня! Ух ты! У нас и патронов нет! Офигеть! Что, ружье?
Жесть, жесть, жесть. Бежим, 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 бежим. Ой-ё, последний патрон. А нет, еще есть. Отличненько. Ой-ё! Опасно, опасно. Везде опасно. Сдохни ты уже, наконец. Кто ж тебя такого придумал-то? Ой-ё! Еще патроны. 4 патрона. И пистолет. Жесть. Короче, жесть. Да, конечно. Просто пистолетом. Это жестоко. Просто жестоко. Друзья, мой совет, копите патроны Магнума, копите патроны для ружья, для гранатомета, и может быть будет легче его замочить, хотя я столько, просто столько выпустил в него, да вообще, это точно самая долгая битва просто. За всю серию Резидента. Либо я что-то не так делаю, может быть. Если что-то не так делаю, пишите в комментариях. В следующих уже прохождениях, следующих путей я буду более внимателен. Потому что это реально не дело вот так вот кругами бегать. Так, а может просто надо к вертолету подбежать? Сейчас попробуем. Нет, ничего не делает. Либо может в определенную точку ему куда-то стрелять надо. Ай-яй-яй-яй. О, как ты близко. В принципе, тактика, она несложная. Бегать так вот из угла в угол. Единственное, то, что вот слишком много в него надо всадить. Может, в принципе... Сложность игры от этого и зависит. Чем сложнее выбираете режим, тем просто дольше надо стрелять по врагам. Больше патронов надо тратить.
Да, жесть. Он случайно там не регенерируется, блин. Может, пока я бегаю, у него там здоровье восстанавливается, ему вообще насрать на мой пистолет. Боженька нам милостыню скинул, блин. Мы победили. Hurry! Быстрее! Секунд до взрыва. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Мы в безопасности. Не может быть. На пол. Пока у нас есть горючее. Ну что, дорогие друзья, вот и пройден Gun Survivor. Битва была очень долгой, очень мучительной. Вот. Ну, в принципе, игрушка, как на мое мнение, стоит внимания. Вот. Как и один из подписчиков писал, что не понимает, почему ее обсирают, эту игру, вот эту серию. Игра, в принципе, достойная. Недочетов много, но это же все-таки Resident. Атмосфера, она сохранена от предыдущих частей. Вот. Множество, то, что только от первого лица. Ну что, я со всеми прощаюсь. Увидимся уже в следующих прохождениях. В следующих прохождениях Gun Survivor путь Б и путь С. Остальных развилки, короче, будем проходить. Откроем для себя что-то новое. Ну что, кому понравилось, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. Не забывайте комментировать, оставлять отзывы. Можете дискутировать, только друг друга не обсирать, я вас прошу. Мы же все-таки цивилизованные люди. Ну что, до новых встреч. Всем пока.